Игровой канал Мистер Коко представляет. Всем привет, а мы продолжаем играть в Enter the Gungeon. Ганджон. Короче, вооружение. И я продолжаю испытывать свою судьбу. Так, ну мы, в принципе, продал. Жаем. Интересно, я сразу начал со второго или мне опять придется заново проходить? Но это будет очень неприятно, потому что, ну, каждый раз с самого начала это несерьезно. То есть я даже не умирал, допустим. Серьезно? Так, товарищ продавец там. Че у тебя доспехи? Доспехи, кстати. Но у меня сейчас как раз на мне, по-моему, доспехи, да? Ключик есть. Тут опять этот какой-то ненормальный. Сундучок, что это такое? Магнитный амулет амуниции. Отражение пустышек выше. Что? Что за отражение пустышек выше? Пустышки отбрасывают врагов. Черный амулет странным образом поляризован, отбрасывает большинство предметов при приближении, в присутствии пустышек тихонько гудит. Погиб! Я себе броню просто нахрен снес. Я молодец. Ключик дали, это хорошо. Все-таки, есть ли в этом подземелье какие-то секретки? Смотрите, что-то я там активировал. А, я просто люстру уронил, понятно. Ничего такого. Ничего такого. Так, здесь босс. Томми Ган. Можем мне что-нибудь нормальное здесь получить? А не только по шее.
более у меня есть ключик, чтобы открыть какой-нибудь сундучок с каким-нибудь хорошим оружием. Да ладно тебе. ХПшечка, которая мне нафиг не нужна. Так, сундучок. Что это, водяной пистолет что-нибудь? Мегатушитель, емкость под давлением. Мегатушитель. Отличный выбор, Кирилл Николаевич. Так, нам сюда. Или броню купи. А ладно, короче, пошли. Что здесь будет? Опять два брата-акробата. Серьезно? Курки-близнецы. Двойной спуск. Ого! Вот это я залил. Капку. Что-то как-то им прохладно, по-моему, на мой урон, на этот. Вообще по барабану. Это надо конкретно так, видимо. Ай. Очень плохая идея. Блин, надамажился зачем-то. Давайте одного сначала. Ах ты ж жопа. Я, по-моему, его завалил, да. Ну, они, в принципе, не такие сложные, на самом деле. В сравнении с тем голубем, который вышел, и потом еще парень. Это было довольно просто. Так, что это я нашел? Огненная рука, модификатор 2D6 плюс интеллект. Нормально. Так что, это первый уровень был? Да, это мы опять начинаем с самого начала. Вообще не серьезно. То есть это каждый раз... нуля. И вот эти еще подставы. Них. Серьезно, парни?
Блин, да чтоб тебя... Все, мне кирдык. Я что-то расслабился. Да пипец, ну хорош. Я пипец как расслабился. Все жизни растерял. Мне сейчас будет беде. Ну-ка, огнем если их. Что такое? Храм забытой пули, которая сложила оружие. А что сделаешь ты? Выживший в перестрелке. Я получил ХП. Блин, отдав не то оружие. Ладно. Давайте зальем тут все. Нет, нет. Прыгнул четко под пулю просто. Просто прям вот четко под пулю прыгнул. Не-не-не, никаких тут. Никаких магий. Да. Так, парень, хочешь забрать вот это вот говно? Да, есть что. Как тебе отдать? Я могу заплатить. Да, у меня есть. Как тебе это отдать? Я не знаю. Исходный капсуль. 110. Что он дает? Исходный капсуль. Не стрелять. Арбалет. Клоббе. За 42. Давайте возьмем клоббе. Я не знаю, что это такое. Всеобщий любимец. Могу тебе продать, а? Пожалуйста. По-моему, это какой-то босс, да? Так, не босса. Говна кусок какой-то. Что здесь заблуждающая торпеда? Нет! Ах ты! Еще и перемещается, гад. Ну, ты парень не страшен и мог бы быть, если бы не вот это вот говно, которое здесь стало. Хер. Почему я не могу выбрать вот того мага, который там стоит? Охотница, преступница, пилот. Давайте возьмем охотницу. Войти в совместный режим. А, это я, видимо, могу онлайн с кем-то, да, тут побегать, наверное, сектант. Посмотрим, что делает ее собачка. Собачка, ты что-нибудь делаешь вообще, нет? Ты просто бегаешь, да, за мной? Шикарно. Просто бегает за мной собачка.
А? Ну, куси ее, блин. Парень, спокойно. Спокойно. Ладно тебе. Не шуми ты так. Что-то у него патронов-то маловато будет. Быстро перезаряжаться приходится быстро. Вообще печаль. В чем ее фишка, скажите мне? В чем? У нее дамаг повышен или что? Я не понимаю. У нее мало патронов в ее бесконечном оружии. Возможно, подожди. У нее арбалет есть, я понял. Дело в том, что у нее есть арбалет. У тебя автомат. Так несправедливо. Так, хпшечка мне пока не нужна, ладно. Парам-пам-пам. Какая-то сумочка. Кобура с сердцем на руках. О, 4. 4 сердца у меня теперь. Это заявочка. Но не будем выпендриваться. Они еще и взрываются, эти твари, под конец. Так, здесь какой-то тут... Мне кажется, вот в этой комнате какой-то секрет есть. Бахлом. Зарядить. Оп, ребята. Как вам такое? Опять ничего, да? Класс. Просто ничего. А... Где у нас 7 арбалетных стрел? Не попал. Взорвись ты, блин. Отлично. Оп. Конечно, у кого много опыта в играх подобного жанра, им гораздо проще будет играть, но у меня такого опыта нету. Я не попадаю. Это зараза. Ну зачем мне хп еще одно? Зачем? Хотя, в принципе, я могу тут выпендриваться. Ты смотри, что делает, а? Прикрывается столом. Я тоже могу как. Оп, ну, что сделаете мне? Ой.
там где-то еще один. Бегает, дружок. Че там быстро стреляете? Я теперь знаю, зачем мне эти хп оставили. Все-то хорошо начиналось. Ух ты, пуля. Чего, убил, что ли? Так, торговец, торговец, торговец. Чувство направления. Что оно дает, интересно? Автоматический пистолет за 35. У меня вообще ни на что не хватает. У меня... Возможно, надо взять ключ. Возможно, надо взять ключ, но я в этом не уверен. Поэтому мы сходим... Мы сходим вот сюда... Точнее, вот сюда. Заберем хпшечку. Заберем. Отлично. Здесь тоже заберем. Так, тут закрыто, да? Но это явно с той стороны открывается. Значит, нам вниз, потому что босс будет, скорее всего, налево. Ох, еба... Я все заявил. Каким-то... волшебным образом просто. Так, а вот и сундук, блин. Который я не могу открыть. С арбалетом идти на босса. Вообще не весело. Давайте возьмем ключ. Так, и пойдем сундук откроем. Я вот здесь. Ну, пожалуйста, дайте что-нибудь нормальное. Люксиновая пушка, все цвета радуги. Будем как единорожек. У него много патронов. Мне это нравится. В этот раз голуби. О, вот этот парень. Ему мы еще не мстили. Король патрон. У тебя очень много хп, король патрон. Зачем я прыгаю? Зачем я прыгаю? Всю. Да, вообще. Юп. Блин. Она что, направляется сама, что ли? Черт! Сука, умри. Да перезаряжай ты!
Умри, тварь. Фу. Липкий арбалет. Слушайте, ну мы победили. А почему я хпшку не могу взять, которая здесь явно лежит? Ну, посидим на креслице. Тут явно хп под ним, которую я не могу взять, ну ладно. Второй уровень, да? И у нас только одно сердце. Круто. Просто зашибись. То у нас есть липкий арбалет. Толку от него? Что он делает вот? Пипец. Просто пипец. А! Взрывается через некоторое время, я понял. Боезапас. Зашибись. Ну, я тут все равно долго не протяну, поэтому. Да ты когда умрешь-то? Алло. Можно, конечно, потратиться на липкий арбалет. Сам он не перезаряжает никогда, да. Нас тут этим с перезарядкой меня, конечно, немножечко раздражает. Ах ты ж жопа! Будет неприятно, если я где-то вообще в самом начале умру, так хотя бы. Стрелять мне. Ага, еще не все. Что это? Что это? Что это? Это снайпер. Серьезно? Нет. А это что за говно? Это снайпер. По-моему, сейчас меня прижучат. Попал. Есть. Отлично. Отлично. Броня. Отлично. Так, вниз, влево. Пойдем вверх. Тут все направления есть. Может, липкий арбалет взять? Или вот это вот? Ох, не хочу умирать. Это было. Что это? Ты, господи, серьезно? Серьезно? Издеваетесь над старым больным человеком? О, что такое? Радиоактивный свинец, ядовитый выстрел. Что он дает? У этих отравленных пуль есть возможность отравить любую цель, которая не коснутся любого оружия. О! Хоть предметы при очистке комнаты.
Вставляет компанию охотница, у него хороший нюх. Блин, не знаю, наверх или наверх, наверное. Блин, да. Ой-ой-ой-ой-ой! Просто лошара. Ну, в принципе, охотница неплохая, у нее стербалет. У преступницы есть, видимо, зажигательная бутылочка с смесью. У этого костер, что ли, или что-то такое вообще? Непонятно. У десантника броня. Ладно, на этом мы закончим. Продолжим в следующей серии. Я надеюсь, все-таки я дальше второго опущусь этажа. А вам спасибо, что смотрели. Поддержите меня лайк. Всем пока.